И в Славянской детской библиотеке внесли свой вклад в воспитание нашего юношества в духе настоящего патриотизма. На уроке мужества речь шла о юных героях Великой Отечественной войны. Мы, и взрослые, и совсем еще юные, вспоминаем их, маленьких героев самой большой в человеческой истории войны. Они воевали рядом со старшими, отцами и братьями. До войны они были самыми обыкновенными мальчиками и девочками, но невзгоды фашистского нашествия заставили их на время отложить в сторону книжки и детские игры и сражаться против жестоких врагов в меру своих сил. Обо всем этом говорила учащимся 4-го лицея главный библиотекарь детской библиотеки Елена Улыбашева. 8 февраля отмечается ежегодно не только в нашей стране, но и во всем мире День юного героя-антифашиста. Поэтому мы проводим в нашей детской библиотеке мероприятие. Она говорила о подвиге легендарных молодогвардейцев, которые были расстреляны гитлеровцами в Краснодоне 8 февраля 1943 года. А сколько кубанских ребят не пожалели своих юных жизней, чтобы противостоять неприятелям. Достаточно вспомнить о пионере-герое Лене Объедко, о его жизни и о подвиге, после которого мальчик из Семисводного действительно шагнул в бессмертие. Вот этого нельзя забывать. Мне было очень интересно услышать рассказ про антифашистов, которые являются для нас примером любви к родине. Сейчас над всей нашей огромной страной мирное небо, и юным патриотам нет необходимости подвергаться испытаниям, как их далеким сверстникам из 40-х. Но в памяти по-прежнему живы нестареющие подвиги юных героев. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».